Итак, маска не медицинская для ношения в магазин, в общественном транспорте, чтобы не было никаких вопросов, почему без маски. Вот она есть, маска. Вот так вот она выглядит. Она без запаха. Ручки у нее, то есть, как это называется, они не рвутся. Они не давят, потому что они здесь такие мягкие и широкие. Так это выглядит изнутри. Они в один слой. Красивые. Легкие и удобные, чтобы не было вопросов.